Ту-ту-ту. Так, тебе все еще нужна моя помощь. Да ладно. Заключенный, у тебя получилось? Ток есть, пойдем в маяк, подальше от этого жуткого места. Всем привет, с вами Ворм, это игра под названием The Suffering Prisoner is Hell, которую мы продолжаем проходить. Заключенный, быстрее, погоди, у меня тут телефон. Ти, я хочу увидеть тебя и мальчиков. У меня хорошая... Она говорит то же самое, что было в конце прошлой серии, поэтому... Грязный скот, это все ваши дебильные планы сбежать из тюрьмы. Я знаю, что вы собирались перебить охранников. А теперь мы просто сгорим вместе с вами в этом аду. Довольно, кретины? Пойдем, чувак, я с тобой. Не бесись, я на твоей стороне. Контрольная точка, мы дошли. В прошлую серию... А, сука. В прошлую серию мы остановились на том, что включили генератор, который подаст напряжение в маяк, который мы теперь сможем включить и убраться из этого острова, в конце концов, наконец-то. За тебя, Консуэло! Так, а тут что за место? Торг, быстрее сюда. Куда? Куда ты меня ведешь? Он какие-то зигзаги знает, он прям знает хорошо карту острова и ведет. Опа. Смотри, заключенный, что они делают? Прах, прах. Мы все умрем. И сжигают какой-то скелет. Окей. Ну, чувака окружили. Они так сейчас убьют, сука. А будет загружаться. Ну и союзников он самый крутой. Он прям делает то, что нужно. Он все знает. Ведет нас по всем нычкам, короче, по всем таким пасхалкам. И добивает трупы. Жена рассказывала мне историю этого острова. 300 лет назад тут было поселение Пуритан. Три маленькие девочки обвинили жителей в пособничестве дьяволу. И тех казнили. Думаю, людей сжигали именно здесь. Они боялись этого изнутри и не увидели настоящего врага. То есть самих себя. То есть он, смотри, вот самый четкий напарник, самый хороший союзник, который у нас был. Он просто так все забежал, просто так. Просто, чтобы нам показать именно историю острова немножко. И при этом почти меня не попадает, смотри. Ай, ну, почти, почти. Я же сказал почти. Сука. Пойдем дальше. Так, патронов не хватает катастрофически. Слишком много мобов, слишком много действия. Ну так, ничего себе, все заключенные сумасшедшие. Все сумасшедшие. Ну все хорошо, вперед, запусти генератор. Торопись, время работает против нас. Я должен найти Консуэлу. Так, маяк справа. Так, он пока ждет нас, я так понимаю. Окей. Странно, что он мне это доверяет. Карнати 2, прожектор должен вращаться. А, то есть маяк включили. Маяк-то включили, но не могут определить наше местоположение, потому что там просто горит свет, короче. Я понял. Вот оно что. То есть смотри, то есть мы запустили генератор, маяк работает. Только я не вижу, чтобы он работал. Ну ладно, короче, скорее всего он сейчас работает, светит только в одну сторону. Чтобы определить местоположение точки, где крутится маяк, то есть по факту корабль плывет в темноте, он ни хера не видит, он видит просто пустой луч света. И он не понимает, где, откуда луч света идет, потому что трудно это определить, если ты находишься в самом центре, например, этого луча. Поэтому маяк должен крутиться, чтобы обозначить себя как центр этого оборота. Это и есть само местоположение маяка. То есть именно так он работает, наверное. Я не знаю, просто сейчас это сам логически попытался додумать. Ну и, скорее всего, так оно и есть. Давай повторять, но и тоже все время. Сейчас сделаем все. Раз, два, три. И теперь должен запуститься. Во. Окей, если вперед. Во. Отлично, канате 2. Свет виден, он вращается. Мы причаливаем. Встречайте шлюпку у причала. Так, а сюда я не ходил еще, кстати, для пасхалки. Надо посмотреть просто, как это работает все.
Отец, я... Мне жаль. Теперь я лучше во всем разбираюсь, и лучше бы мы проводили вместе больше времени, чтобы все было по-другому. Да, я понял, чувак, ждем шлюпку. Так, окей, идем тогда дальше. А, и Suffering, получается, вот эта часть, именно единственная игра, где я не смог отыграть именно нейтрала. У меня, получается, именно какой-то добрый чувак. Потому что мы никого не убивали, в принципе. Хотя, блин, можно было бы замочить парочку, чтобы нейтральную концовку сделать, но я решил то, что будем поступать так, как поступаем. Ну и, собственно, неплохо получается, мне кажется. Для сюжета, в принципе, самое то, самое оптимальное решение, самое оптимальное действие. Я так считаю и так прохожу, собственно. Окей, так, где нас чувак ждет? Он был где-то здесь. Вот он. Давайте сохранимся, чтобы не перебегать это все. Нам сюда, парень, ходом. Свет есть. Теперь беговая охрана может пристать. Спасибо, Торг. Ты действительно кое-что можешь. Заключенные, конечно, подонки, но ты, кажется, не совсем. Пойдем, теперь мы можем вернуться в город. Отлично, окей. На дороге ворота. Не знаю, как мы их одолеем, но надо постараться. Что такое? Опа. Они нам теперь помогают, смотри. Дело не только в тюрьме. Тут просто выгодная яма человеческой жестокости. Люди приезжают сюда и начинают делать такое, чего... Что в другом месте никогда не сделали. А здесь... Здесь все по-другому. И ты... Ты другой. Ты крепкий орешек. За то, что ты меня вытащил. Спасибо. Я этого не забуду. Обычно там всегда плачу. Я тебе должен. Теперь вперед. Найди выход отсюда. То есть мы помогли? Они... Что это было? Молния? Она чуть нас не попала. По крайней мере, дорога теперь свободна. Вперед. То есть, как вы можете понимать, это на самом деле глюки Торка. Блин, когда я играл в эту игру раньше, я тут нихера не понимал вообще, в принципе, что происходит. А теперь более-менее все понятно. Это офигенно. Сюжет просто огонь. То есть, мы им помогли, на самом деле, это глюки Торка. Торк, быстрее сюда, лопух. Глава 20. Перед смертью не насытишься, не надышишься. Так, мы помогли, получается, казенному электрическому стуле, помогли доктору Хилджию с его опытами, экспериментами. На электрическом стуле казенному помогли обрести покой. Мазохисту, охраннику, который выглядит как зеленый дым, мы ему тоже помогли и до конца себя убить, и насытиться его с мазохистскими наклонностями, сожгя его. В общем, они должны нам теперь тоже все помочь. Хилджой, думаю, нам поможет. Гляди, вон там. Так, они с моим пацаном играют. Эй, сучки, отошли от моего пацана. Эй, суки! Блин, они больше всего пацанов сжигают, потому что по ним очень трудно попасть. Ай-яй-яй! Не надо так делать, чувак. Одна готова. Добей ее. Ладно, я так сам. Не понимаю, что мы сейчас видели, но не хочу это видеть больше никогда в жизни. Ты убил то моих. Черные времена. Надо их остановить, надо остановиться и думать об этом. Надо идти. Надо перестать думать об этом и продолжать свой путь. Так, игра начинает меня подергаться. Чем? Ой-ой. Ладно. Сделаем все по-быстрому. Для заключенного ты держишься неплохо. У меня игра зависла опять почему-то. За тебя, Консуэла! Сука ушла. Так, возвращаемся обратно и отхиливаемся. Ах ты, сука, зажал меня. Воу-воу-воу, что вы творите, а? Пидорас. Выпрыгивай, выпрыгивай, вылезай. А, сука, крутиться начал, да? На, сука. А, ты по коню, у тебя одна рука осталась. Чувак, ну как так? Ну нет, нет, мы его мы доведем до конца. Его будем вести до конца, и мне срать вообще.
Давайте я перемотаю тогда. Фух, ладно. Вроде бы это прошел, так быстро сохранить еще раз, потому что я перепроходил, наверное, раз за 4-5, потому что он постоянно подыхает. Его то червяки убивают, то эти бошки ему отстреливают, то отрезают ему голову эти ходячие на клешнях. Так, а мы продолжаем тем временем. Окей. Твою мать. Ты серьезно, сука? А что, опять мотошки? Так, стой вдалеке, пожалуйста, а? Я сам с ними справлюсь. Спокойно, спокойно, ты живой еще пока, по крайней мере. Живой. Живой же еще? Да, еще живой. Еще живой, смотри, еще живой, живой, живой! Он еще живой. Живой, еще живой! Я есть профессионал, чувак. Где? Где? О. Сзади, чувак! Сзади, чувак! Я тебя прикрою, я тебя прикрою. Я его руками порву, но ты выживешь, чувак. Сука, он восстал, смотри. Один наверху застрял, сука. Гранатой в тело, сука. Туннель Аврора, кстати. Так, ты живой еще? Где он? Стой, стой, давай когда не будешь бежать. А, застрял в стене, да? Окей. Там огнем горит. Огонь? Огнем горит огонь, да. Он где-то наверху опять застрял, сука. Я могу туда наверх запрыгнуть? Нет. Блин, у нас забагался просто наш дружище, потому что... Потому что он с криптом... Тихо, не падай только. Он не может пройти с криптом дальше. А, вот он. Сейчас просто так его расстреляю. Так, бошку отстрелили. Руку будем отстрелить. Там сдохнут точно. Я вижу, научился убивать этих скотов. Отлично. Все, супер, супер, супер. Он живой. Игра не забагалась. Сохраняемся, идем дальше. Контрольная точка. Супер, вообще огонь. Куда ты отправляешься? Остаться не хочешь? Нет, пожалуйста, не уходи. Мы хотим, чтобы ты остался здесь, с нами. Суки. Мира! Болото! Эти паршивые твари загнали нас в ловушку. Похоже, нам конец. Живыми нам отсюда не выбраться. Ты дурак, что ли? Ты с Торком в одной пати играешь. Ты, блин, ты попал в фартовую тиму, чувак, вообще. Сегодня твой день просто. Смотри, учись просто. Просто смотри и просто учись, как это все делается. Берем какой-то стол. Запрыгиваем на эти, как на палеты, или как это называются. Перепрыгиваем сюда. Так, отхиливаемся спокойно. Остаться не хочешь? Блять, 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 чувак. Чувак, ты выживешь? Выживи, пожалуйста, чувак, ты должен выжить. А, тут у нас динамит, динамит, динамит. Так, скорее всего, надо его взорвать. А, сука! Как это ко мне-то прилетело, тварь? А, она прожгла, смотри, забор. А, скорее всего, это, короче, для лохов сейчас была тема. Сейчас просто объясню, что произошло. А, мы перепрыгнули, пока я перепрыгнул, пока я что-то комментировал. Нам игра решила сама показать то, что, сука, так оно делается. Ты должен пройти сюда, вот, короче, перелезть через этот забор и подобрать эту херню с динамитом, чтобы, короче, потекла вода. Типа я слишком долго думал, целых там сколько прошло, минут, секунд, 10-15. Нам решили сделать подсказку, видимо, ба. Моб сам появился, сам пролетел сквозь ворота, проделав нам дыру, чтобы мы могли через него пройти. И сам остановился на динамите, и там взорвался, короче, чтобы вода потекла, как бы. Вот, вот, сука. Игра 18+, но, видимо... Она подразумевает собой, что могут быть лохи, которые не могут пройти ее. С нами покончено, дым нас скоро убьет. Не убьет, чувак. Я такой квест проходил уже в тюрьме.
to die this way after surviving so long. Да нормально все, несу. I'll never see my Consuelo again. Смотри, видал, водичка потекла. Сейчас она все потушит. Правда, там сейчас вода сюда утечет. I think the fire is coming closer. Кажется, пламя приближается. Боже мой, свершилось чудо. Огонь пока. Ты тупой, что ли? Какое нахер чудо? Ты видел, что я вообще делал? Нет? Идиот. Again you prove yourself. Come on, we must get to town. О, бляха. Катись к дьяволу, паскуда. Не. Может быть, идем из воды, а, чувак? Но не, блин. О, я в него попал. Куда ты пошел? Пойдем отсюда, пока вода здесь течет, чувак. Пошли. Блять, давай серьезно. Он сквозь текстуру упал. Ну ёб твою мать. Интересно, моб догадается, короче? Блять, сука, имщик ебаный СВХ. Читер. Моб догадается, интересно, уплыть, короче? А, ну ладно, хрен с ним. Наверное, сейчас или сдох. Может быть, упал куда-нибудь вообще в пучины ада. Кромешного, подтекстурного. А тут ничего нет, да? Торг, сюда. О, нет! Нет, дорога отпадает. Дороги, например, никак нет. В город можно попасть только так. А, ну вот, собственно, здесь завершается арка. Осторожно, печенок, тачка горит. Блять. Так сейчас сдохнет. Так, ну ему еще... Это уже все, конец его пути именно. Осталось совсем чуть-чуть. Нужно просто сделать ему дорогу туда. Ну что скажешь? Что не скажешь? Ничего не скажешь, просто целится. Так, а как это сделать? Я не помню. Не, ну как вариант, можно взорвать тачку так, чтобы, короче, она подлетела, перекурнулась через себя два раза и встряла прямо между дорогой, хотя она по длине ее не хватает вроде как. Но это может сработать. Но вдруг... Ой, я дерево поджег. Прикинь, тоже деревья горят, охереть. Так, и что нам предлагает игра теперь? Так, коктейль молота, он мне не нужен. Погоди, коктейль молота дайте, я выберу. А, динамит. О, динамит до хера. Динамите можем испытать. Если бы это позволяло сделать игра, то они бы взорвались при касании с этой тачкой. Так что это делается не так. Скорее всего, должен быть обходной путь. Он ничего не говорит больше. А! Тут заставка внизу, значит. А, ты нам поможешь. Так, тебе все еще нужна моя помощь. Да ладно. На Мэке ты провел себя как дышный убийца. Но здесь ты ни в чем не разбираешься. Сходи на причал. Там ты поймешь, как обстоят дела. Он опять машину призвал. Ну не опять, а какая-то машина поехала, короче. Без комментариев. Я пытался это сделать красиво, не получилось. Но я все равно это сделал красиво, мне срать. Это будет красиво. Едет тачка. Видали, как классно и круто это выглядит? Я так пытался сделать, но что-то он вправо не хотел кувыркаться, и меня раздавил этот автобус. What diablo was that? Что это было, черт подери? По крайней мере, мы теперь можем дойти напрямик. Пошли. Напрямик, чувак, ты сказал. А, ты решил сверху, да? У тебя руки слабые, чтобы прыгать, я понял. Подтягиваться, точнее. Не то, что торг. Оу, сейчас будет опять жопа. Но это уже реально конец игры, то есть это предпоследняя, скорее всего, серия. Следующая уже будет последняя, отвечаю.
Я помню, я у Купленова смотрел, короче, Сафринка давно. Он как раз в этом месте ходил только один. Ну, не смотрел весь Сафринка, а случайно наткнулся у него на прохождение. Он в это место попал с лоу хп, короче. Ой, блядь. Без хп, без спутника, короче, и пытался пройти это. Я есть профессионал, чувак. Так, давайте сохранимся еще раз. Мало ли еще. Хера ты зоркий, чувак. О, попал, смотри. А, они друг с другом дерутся. А, еще эти крысы, сука. Йоу. Ой, блядь. Теперь мне не мешай, чувак. Главное, не мешай. Блядь, не задел второго. Думаю, достану. Блядь. Крыс убивай! Крыс убивай! Не стреляй по мне только, чувак. Главное, по мне не стреляй. Посылай их обратно в ад, заключенный. Так, еще один. Сука, ты охуел, что ли? Блин, я хотел кинуть гранату, короче, в толстяка и открыть, чтобы отбиться, но там этот стоит охранник, поэтому я быстро камеру перекрутил направо, чтобы его не задело, поэтому граната улетела впустую. Да, я это говорю именно для тех умников, которые решили сказать, что ты криво кидаешь гранаты. Хотя все равно их кидаю криво. Ха. Ну, ё-моё. Они даже друг с другом дерутся? Серьезно? Чё? Чё за ад творится? Так, тихо, только бошку меня труби, не труби ему бошку. Нет, нет, не трогай его, сука. Я так долго его вел, что просто нельзя, чтобы он умирал вообще. Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, посмотрите на это. Мой город, он горит. Моя семья, если она еще там. Черт, трудно представить, что случилось с островом. Мне надо попасть в город, я должен найти Консуэлу. Ну, давайте на этой грустной ноте мы тогда закончим эту серию, продолжим уже. Или давайте, ладно, доведем его до конца. Мы расстанемся за грехи этого острова. Он прошел город. Бляха, еще! У меня печек больше нет. Динамит решает. Да бляха, еще одна, сука. Прохода нет! Кромешный ад! Я должен вернуться в город, продолжить топ поиски. Иди, заключенный. У причала нас ждет береговая охрана. Встретимся там позже. Спасен. Он спасен. Ты дал ему шанс, которого у него могло и не быть. Или которого у него не было, не знаю. Жилье для служащих тюрьмы. А нам идти на причал. И, собственно, это уже это самый-самый конец игры. Следующая серия будет последней в этой серии, в серии первого The Suffering. Поэтому всем, кому понравилось, кто хочет увидеть охеренную, я отвечаю, концовка охеренная, последний босс, он просто он нечто.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.